Ну что, поздравляю вас с двумя прекрасными победами. Особенно первая игра выдалась достаточно интересной. Скажите, почему не получилось пропустить сегодня ни одного Бандистаса? Почему им не пропустить удалось? Они 5 пропустили. Ну и грамотно сзади играли, не подпустили их на поле даже, поэтому не справились ребята с моральным давлением, вот и не смогли забить. Какой-то особенный настрой на последнее место в виде Shadows Canter был сегодня? Был настрой на то, чтобы дождаться их, потому что довольно-таки холодно, ну а так нет, никакого не было. Настрой появился после первого пропущенного, там парень какую-то космическую дал. Давно не видел, чтобы вся команда аплодировала. Кого вообще? Какие эмоции от того, что вы пропускаете первыми от такой команды? Да никаких. Но мы привыкли первый пропускать. Здесь очень тяжело на ноль сыграть, поэтому ничего страшного. Заодно с мотивацией побегали потом 2 минуты. А что сегодня, несмотря на разгромный счет, не получилось у команды? Меняться вовремя. Да не знаю, все получилось. Но как с такой командой может что-то не получиться? Играем как во дворе. И поэтому все, что хотели, попробовали, даже то, что не хотели. В очко покидали, на ромашку понавешивали, низом даже удалось поиграть. Поэтому довольны. А на статистику работаете, может быть, индивидуально на каких-то голеадоров? На просьбу индивидуальные работали, но не получилось. Плохо старались. Ну, кстати, по поводу голеадоров, он единственный, кто не забил сегодня. Так что, надеюсь, он расчехлит свою пушку на следующих играх. А что сегодня случилось с Павлом Вихровым? Почему ему удалось дубль оформить? Не знаю, не умер за 2 минуты на поле. Ну и вся команда играла на него, надо же человеку статистику сделать. Вот.